hit him, many times hurt him. What Gusev? Gusev don't hurt him. Okay, he cut him. I don't know, he cut him head, cut him punch. Okay, one round, two rounds. Okay, maybe Gusev win five rounds, four rounds. He wins seven rounds, eight rounds, and score knockdown. I think if you fight in Thailand, he lose sure. But they cheat us. They cheat us. I'm sorry, I want to be good sport, but they cheat us here, you know? They do this, you know? What speak you fighter about fight? He think he win. I speak already. He think he won. Easy. He hit him many time. He hit him many time and Gusev grab. No punch. Ah. You score it. What? I score maybe 7-5. 7-5 is 70. 115. 112 for Pachai. Yeah, no one, no 115, 112, Gusev. It's bullshit. Yes. We look the tape. We want appeal, you know? We want appeal. Обои, вот как... Все, что думаю, обои, соперник хороший, очень, очень хороший. Меня подломило вот этот неожиданный нокдаун в первом раунде. Просто неожиданно. Я его не ожидал, и от этого мне весь настрой, весь план на бой, все сбилось. Именно этот нокдаун мне все сбил. Просто после этого нокдауна такая как... Нокдаун не сильный, такая легкая вспышка, в принципе, как бы не болтала, ничего как бы особо. А ты удара не видел этого самого? Да, как бы я и не видел, так вот что-то среднее. И просто вот этот нокдаун маленько подломил весь бой. Скажи, вот ты уже, это второй таец, да, в твоей биографии боксерской? Да. Ты уже специалист по ним. Ты вообще смотрел бои этого боксера? Да нет, конечно, не смотрел. Он был темной лошадкой, его ни боев, ни в интернете, ничего не было. Я ходил, в принципе, даже и не видал его ни на фотографиях, нигде ничего. Как бы ни боев, ничего его нету нигде. Ну, расскажи, как ты готовился к бою? Какая программа? Хорошо готовились. На Украине 2 недели сборы провел. И так, и спарринг-партнеры приезжали. Около полтора месяца была подготовка хорошая. Как бы. В принципе, просто я говорю, единственное, подломил меня этот удар. Все, что задуманное, все сразу сбился весь настрой, все цели. И все, как бы. Я думаю, если несмотря на это, собрался же. Да, собрался. Но я думаю, если бы не было этого нокдауна, было бы намного все лучше. Скажи, вот ты увидел, да, вот он справа так сильно бил, да, то есть ты перестроился по ходу боя. Видел вот его такую тактику? Да. Ну, перестроился, да, как бы. Ну, сложно, я говорю, после нокдауна очень сложно что-то потом как-то перестраиваться, как-то и искать выходы, это очень сложно. Как бы у меня просто в карьере до этого не было никогда нокдауна, для меня это, в принципе, первый раз такой нокдаун. Как бы вообще, ну, в карьере. То есть ты вообще в боксерской карьере ни разу не нокдаун? Да, ну, именно на ринге, да, не побывал. Для меня это просто был как небольшой шок, я просто бам, у меня растерянность, я не знаю, что делать. Ну, я думаю, это будет для меня очень большой опыт. Скажи, а какие-нибудь наметки на будущее сейчас есть? Пока нет, пока буду отдыхать и восстанавливаться. Будет тяжелый, буду восстанавливаться. Хорошо, спасибо тебе за интервью, за победу такую сложную. Удачи. Порезали там палец. Ты считаешь, да, что так как ты дрался дома, он должен быть на голову выше, правильно? И в твоей практике уже был такой случай. Чтобы таец хотел считать, что он выиграл у меня дома, он не прав. Бой у нас ближе к равному. Да, победился. Ближе к равному, и как бы я считаю, что ну, я больше единственное, что вот этот нокдаун, как бы да, маленько картину боя смазал. А так как бы у меня и тактически я его поддавливал, в принципе, был больше агрессором и попадание, в принципе, тоже. И концовку боя, в принципе, я забрал. Последние 3 раунда концовку боя я забрал. Что для профессионального бокса очень важно. А удары чувствительные у него? Так? Да, я скажу, да, удар у него тяжелый, особенно справа вот этот удар как бы тяжелый. Ну и маленько такой нестандартный, он такой ближе к корявому, непонятно откуда что летят. Ну, они, в принципе, все такие азиаты, как бы. Хорошо, интересное мнение. Ну, а так, значит, если бы бой был на нейтральной территории, была бы, по-твоему, ничья. Ничья, да. И ты бы с этим вердиктом не спорил? Ну... Да выиграл ты бой. Да, не, как бы даже ну, спорил бы. Просто концовку раунда, да, первое начало боя, да, я отдал, не спорю. Нокдаун, там,
первые раунды, да, я отдал. Что проиграл, это один раунд. Да, один раунд. Концовку боя я забрал. И это я прекрасно чувствую. И рассечение, и он начал двигаться вторым номером. Убегать. Рассечение получил, все, он начал убегать. Осторожно. Убегать, двигаться вторым номером. Я прессинговал. Для профессионального бокса это очень важно. Тот, кто прессингует, тот и это. Кто забирает концовку боя, тот и выиграл. Хорошо, ну теперь уже окончательно спасибо тебе за слова. Дим, ну расскажи свои впечатления о бою, как ты сам его. Ну, по большому счету, конечно, доволен. Победа, вроде бы выполнил задание. Но я считаю, процентов на 85, наверное, мог бы лучше. Были, конечно, пару травм, о которых умалчивал, конечно, никому не... Ну, знали, тренер, а так сказался, конечно, никому не афишировать, сами понимаете. Конечно. Ну, в принципе, доволен. Чуть-чуть функционалки, мне кажется, побольше надо. Немножко не хватило. Так бы мог бы увидели, закончить бой досрочно. Ну, а так, в принципе, доволен. Ну, ты много очень так двигаешься в ринге. Сколько ты готовился к этому бою? Я готовился 2 месяца. 2 месяца. И плюс было очень неудобно. То, что соперника боев нигде не было видео. То есть мне предоставили бой. Сейчас я скажу, бой у нас сегодня в понедельник. Я первый раз бой увидел соперника в эту пятницу. То есть спарринги уже прошли. Уже все, я подгонял вес. И мне передали бой в пятницу за, кстати, за 4 дня. И то бой 2008 года. Сами понимаете, в профессиональном боксе это как бы очень неудобно. Ну, своими силами, мастерством, опытом тренера как бы справились. Подошли во время боя уже. Построили тактику, технику. Вот так вот. Ну вот ты стал чемпионом Европы. Какие у тебя эмоции? Или их пока нет? Сейчас как бы, да, можно сказать, как-то кураж такой, возвышенное такое чувство, приятное, конечно. Ну, пока, может быть, до конца не осознаешь. Ну, это только полпути. Чемпион Европы по версии ВБО, это полпути. Есть еще чемпион мира. Поэтому как бы... То есть ты настроен решительно на мировую? Конечно. А что за боксер, который не настроен стать олимпийским чемпионом в любителях или чемпионом мира, профессионалом? Это, я считаю, ну, боксер, но не будет без будущего. Конечно, настроен на победу на чемпионате мира, ой, ну, за титул чемпиона мира. А публика за тебя очень сильно болела. Чувствовал ее поддержку вообще? Или на ринге ничего не слышишь? Ну, почему всегда слышишь, но как бы... Сейчас уже 14-й бой, как бы уже привыкаешь к этому. А первые бои, конечно, есть такой адреналин по этому поводу, кураж, там, там смотрят, блин. Сейчас, конечно, ну, поспокойнее. Здесь очень много именно приехали за меня с юга России, откуда я сам родом, с Славянска на Кубани. Также с Екатеринбурга, с Тюмени люди приехали. Там. То есть в Тюмени я жил, тренировался по любителям, сейчас в Екатеринбурге. То есть отсюда приезжают, болеют, очень приятно. Всем спасибо за поддержку. Ну, там девушка выходила, тебя поцеловала. Да, это моя любимая девушка. Вот, готовимся. Не тяжело ей смотреть, как тебя бьют? Да, конечно, как любой девушке. Любой девушке, а тем более еще любящей девушке, конечно, ей тяжело, но она с первого боя со мной один бой пропустила по очень уважительной причине. Как на всех боях присутствует, ездит. То есть она все, вот на всех боях на всех абсолютно. То есть счастливый талисман, бой, да, получается? Ну, можно так сказать. Слушай, вот твой земляк будет завтра защищать звание свое чемпионское, Дмитрий Перов. Дима Перов. Да, ты знаешь вообще? Ну, конечно, мы с ним тренировались в одном зале в Краснодаре. Я жил, когда тренировались в одном зале, бывало, у одного тренера занимались. Там, то он к нам приходил, то мы к нему. Это еще он тогда по любителям боксировал. Так что знакомы лично, бывало, спарринговали. Я еще был мальчиком маленьким, он мне бил, все, печень не отбивал. Так что знакомы лично. Ну, ты завтра пойдешь на бой или как? К сожалению, у меня не получится. То есть сегодня ночью или завтра утром улетаем. По обстоятельствам. Так очень хотелось, изначально планировал, да, остаться, но чуть-чуть поменялись планы. К большому сожалению, не было. Ну, и твой прогноз на этом. Я считаю, Дима грамотный, опытный боксер. Ему не составит труда выиграть. Конечно, будем держать за него кулаки. Бокс – это опасная вещь, непредсказуемая. Поэтому
исход может быть любой, но я уверен, 100% Дима выиграет. Удачи ему. Удачи, успеха. И вот последний вопрос, скажем так. Этот бой, у тебя очень соперник опытный, да, был? Да, такой боевитый. Ты вообще удар его чувствовал? Как? Достаточно много тебе попадал. Вы посмотрите на мое лицо. Такой вопрос, наверное, чуть-чуть не вместе. Конечно, удары ощущаются. Даже я не ударный боксер, но я думаю, мои удары ощущаются, так как перчатки 8-унцовые, довольно-таки жесткие, и плюс стейпы, как на балдажнике. Конечно, удары любые, даже касательно, они ощущаются довольно-таки прилично. Поэтому ощущал, конечно. Ну, для тебя много дал этот бой в плане опыта? Ну да, безусловно. Это с каждым боем у меня соперники подбираются, все, ну, меня грамотно ведут. Алексей Титов, менеджер, Герман Титов, промоутер, мы грамотно ведут, с каждым боем ставят сильнее, сильнее. И я сам чувствую, с каждым боем прибавляю в опыте, в классе. Поэтому этот бой очень много дал мне, хороший соперник. Благодарен его команде, ему, безусловно, за такой бой красивый, за хорошее, сильное противостояние. Хорошо, спасибо тебе, еще раз поздравляем. Спасибо. Со званием чемпионским и спасибо. Удачи на ринге. Расскажи, как тебе бой? Что случилось с тобой в 6-м раунде? Ну, как бы он давно не боксировал, ну, там перерыв между боями был. Где-то вот устал. Думаю, после этого боя он пройдет, будет тренироваться. На длинном бою будет готовиться. Скажи, соперник неудобный был, да, высокий, потяжелее, наверное, тебя был. Бой уже, кстати, гораздо не видел. Да. Для соперника как-то неудобно. Как горявый, с высокого роста. Ну, все равно как бы устался, чувствовал, как бы вчера ночью пролетел, не успел адаптировать. Вот. Но хотя пригласили вот перед боем как бы. За сколько пригласили? Ну там за 3 дня. За 3 дня. Ну пока там билет, в Сандзян, Ташкент приехали, там и сюда прилетели. То есть вы еще из пересадки летели, да? Да, еще он прилетел вчера ночью, даже не успел адаптироваться, еще отдохнуть. Устался, где-то чувствовал, наверное. Ну, в принципе, да, до последних раундов достаточно все равно попадался. Но как удары соперника, чувствительные или... Или не так, что прям? Да, не, не так, то есть, чтобы он боксировал с хорошим боксером, да, вот, в Украине, там, в России, там, соперники очень серьезные. Ну, допустим, можно сказать, с украинцы, с фишечники, 8 раундов он боксировал. Угу. Хотя он 59 выступал, а тот 63,5. Угу. Ну, в прошлом году нормально отбоксировал. Ну, тут, вот, все равно выходит у него там перерыв вот этот. Ну, обещает, как бы обещает, чтобы на следующий бой приехал. Следующий бой уже подготовитесь уже. По-другому будет, надеюсь. Хорошо, спасибо большое. Ждем вас на ринге снова. Вам тоже спасибо. Мы поздравляем тебя с победой. Спасибо. С такой убедительной победой. Ну, сам расскажи немного о своих ощущениях о бою. Не сделал все, что мне говорил тренер. Вот. Ну, некоторые задумки не получились. Думал, а что, что ты задумывался? Хотел раздергивать соперника и в игровой манере обыграть, если получится ударить. Вот. Но после где-то 3-4 раунда план сбился немного, перешел в борьбу. Вот. И стала уже возня какая-то. Вот. Ну и поэтому все 6 раундов прошли, и не удалось все сделать то, что хотел. Вот скажи, хорошо, тебе вот, ну, со стороны мнение, да, казалось, что ты немножко так чересчур осторожничаешь, нет? Или это твоя задумка была не допустить каких-то неожиданностей? Хотелось просто отбоксировать чисто, угу, чтобы соперник не попадал, выполнять установку тренера. Вот. И поэтому не рисковал. Угу. Вот. Ну а потом уже пошел в банк в конце последних раундов.
Ну вот тебя иногда соперник доставал. Насколько удары сильные у тебя? Чувствительные, но приходил в себя быстро. Нормально. В общем, как в любом боксе. Нормальные перчатки очень маленькие, хорошие. Да, вот, кстати, перчатки все отмечают, что очень хорошие перчатки. Ну да, хорошие и для меня, и для соперника, поэтому тут... Да. Ну, в общем-то, я удовольствие получил в боксе. Вот перед тобой было два боя за звание чемпиона Европы. Они в тебе как-то разогрели желание, огонь? Ну, они мне, во-первых, дали силы, воодушевили, потому что два наших боксера, моих знакомых. Ты их знаешь обоих? Да, я их знаю. Вот, они выиграли, и меня это, в общем-то, так подстегнуло, что я тоже должен обязательно выиграть. Не, да ты себя не представляешь вот так на ринге, то что скоро и будет твой чемпионский бой. Ну, дай бог, конечно же, я к этому стремлюсь, поэтому... Ну, расскажи вот о своей подготовке, как ты вообще постоянно готовишься, в форме себя поддерживаешь или к боям? Постоянно держу себя в форме, стараюсь увеличивать тренировки, нагрузки, вот. Потому что сейчас 6 раундов, потом 8, потом, возможно, 10. Работаем над выносливостью, вот. Поэтому, в общем, мы работаем на дальнейшую перспективу. Знаешь, Дмитрий Михаленко, была его девушка, она на все бои его ходит. Угу. И он все время выигрывает, когда она есть. Вот я заметил, ты тоже, да, с девушкой пришел? Да, я пришел, это моя жена, вот, и пока вот всегда, когда она была, я выиграл. Но она переживает за тебя, волнуется? Конечно, она ей радуется и плачет, переживает. Уже, наверное, в боксе понимает, да? Чуть-чуть, да, уже сайты, Allboxing читает, Колесников, ну, Agboxing, все просматривает. Возможных соперников там и так далее. А, то есть вот она тебя уже и твой менеджер практически. Ну да, в будущем, наверное. Хорошо. Мы еще раз тебя поздравляем с победой. Спасибо. И желаем тебе уже в следующем бою выйти драться за какой-нибудь пояс, за какое-нибудь звание. Спасибо вам большое. Потенциал у тебя есть. И боксер зрелищный. Публика тебя любит. Ну, будем надеяться, будем стараться. Спасибо большое. Все, удачи.